продолжаем. Кричи, парень. Чего он не кричит? Стой на месте! Угу. Однажды это произойдет. Медленные загрузки убивают просто. Я говорю, что однажды это... Куда он? А, он скрылся. Стой на месте. Два. Бери ствол. Ну а теперь я почти уверен, что там будет... Что? Этого дедушку возьмут в заложники. Тут будет куча русских, сейчас тут будет на мосту. Тут будет куча. Тут будет. Сейчас он с пистолетом у его головы мне будет что-то говорить. Бас. Стоп. Нет. А ну-ка. Что ты нам скажешь на это? Опять ты? У тебя есть сокровище? Это все, что я смог сделать. Я надеюсь, ты не разочарован. Еще нет. Ты? Какая анимация чудесная. Твой дар потрясающий. Что? Почему я его 100 раз туда ставил? Ничего не работает. Она поставила, но это он. Я не понимаю. Это путь к проклятию Вавилона. Это мужик. Возвращайся, когда очистишь святилище. Опасайся льда. Я не понимаю. Опасайся льда. А, он сейчас сломается вдруг. Беги. Опасайся льда. Это ледяные чудовища, я понял, кто это. Я сохранился? Залазь. Или нет? Нет, нельзя. Я думал, это лестница. Ломаю. А, там что-то внизу, надо тогда упасть вниз. Я вроде бы все забрал отсюда. Он улет. Эти осколки. Вернее, не осколки, а как они, блин. Как оно называется? Эти сосульчики. Вот. Опасаясь льда, он мне сказал. Сейчас будет спуск вниз опасный. Осторожно, не убейся. Сейчас себе зад стелит. Ух ты! Что у нас там? Босс! Ой, ё-моё! А что надо делать? Да пошёл ты от меня! Быстрее. Где мне сохраниться? Где есть укрытие? Нет, не скрыться. Я назову это сохранение. Хух. Залазь.
чесал реку. Ничего на мысли не пришло. А должно было. Он не может зайти сюда. Или откуда он? О, даже зажигалка не зажигал. Откуда у меня? Вот сверху откуда? Вон он! Я понял, надо непрерывно бегать, не останавливаться. Может быть тогда может, надо и думать, и бегать. Это сложно. Главное не попасться ему. Так как я это тут иностранный знак. Прыгай сюда. Сохраняюсь. Хух, два. Хух, два. Быстрее. Как он мне достал? Короче, я так понял, что тут надо бежать. Быстро, быстро. Нет. Он нас не убился. Шлабак. Беги. Чё ты? Беги. А что это нам дает? Жри это. Я хочу узнать. Вот это. Что-то нам дает. Здесь негде развернуться. Здесь мало места. Что? Здесь негде развернуться. Здесь короче, мало места. Я хочу узнать, что здесь. Тут у нас нет дороги. Значит, тут какой-то шкелет. Эта тварь ходит. Летает? Вот это что он дает? Да я посмотрю поменьше. Что мы здесь имеем? Целебные травы. Интересного нет. Тут у нас тоже ни хрена нет. Здесь бесполезно здесь. Нет, тут. Вот тут я, кажется, был. Да, тут я был. Тут еще когда-то вытянулся наверх. Вероятнее всего это не наверх, а спуск. Так, тут я был. Тут, наверное, залазить уже. И уже надо будет прыгать. Что ты? Ага, туда уже все, да? Ага, нет. Вот так. Вот так. Пошёл ты.
вообще так страшно? Она вообще летает. Падаем вниз.